Здравствуйте. Сегодня вот я решил приготовить зубатку рыбу. Вот нежная рыба зубатка. Таким образом. Вообще самая нежная рыба. Ну я, в общем, таким своеобразным приготовлением сделаю. Просто беру вот нашу рыбу и панировочные сухари. Прежде я сухари добавил специи. Вот сейчас обваляем вот так и сразу на сковородку. В сковородке масло растительное. Так, возьмем сверху еще положим. Раз. И обволакиваем ее. Хорошо, вот так. Обволакиваем ее. Очень хорошо. Укладываем хорошо. Вот так. Вот. Следующая рыбешка. Еще кусочек оставшийся. Беру, хорошо его, валяем сухаря, вот так вот, делаем здесь маленько, раздвинем, вот так вот, хорошо. Теперь вот у нас эту мы в сторону убираем нарезанный лучок. Вот. Берем и присыпаем. Можете поперчить на свое усмотрение. Вот. Такой прием выкладываю. И все. Ставим в духовку. Ну вот достали нашу рыбку горячая, поджаренная, вот. Приготовилась. Одну рыбку можно и перевернуть будет.
Ничего страшного. Жару сплыло. Вот. Видите, даже не разломилось, перевернулось. Вот, видите, мясо. Вкусное, хорошее. Вот. Беленькое, жирненькое, мягкое, оно само по себе. Так что готовьте таким вот образом еще. Я до этого показывал уже, как я готовил ее. С яйцом. За счет массы лука. Вкуснятина. Удает свой вкус. Лучок. Вообще нормально. Ага. Крошка вот эта вот с приправами. Вообще на 100. Да. Нежная. Мягкая. Ну, горячая. Записывайтесь на YouTube канал «Бородатые рецепты Васильевича». Будем готовить, так что не расслабляйтесь. Здоровья вам, счастья, чего хотите, сколько хотите. Самое главное – здоровье. С вами был Васильевич. Пока-пока.